Когда я с ним познакомился, у нас играл гитарист 10 лет, он теперь живет в Санкт-Петербурге. Они вместе работали. Вот. И как бы он привел Палыча к нам на репетицию. Он послушал все это и как бы говорит, давайте я вам там ручки покручу. Ну вот ручек он докрутился вот до этого зала, как бы для домовых музыкантов. То есть и добился, я считаю, что больших положительных результатов в своей деятельности. Ну что еще сказать? Вечная память. Как бы любим, помним. Замечательный человек. Очень жаль. Сейчас поговорим. Станислав. Ребята, мы, в принципе, готовы, да, начать это проект новый. Палыч, да, сделано, как бы, да, и, наверное, Палыч бы оценил, я думаю. Группа «Цвет Бет». Всем привет! Давайте еще чуть-чуть, еще немножко. Да. Oh,
Спасибо.